Дорогие читатели и зрители, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Этот год необычный. Мы пережили очередной конец света официальный и не знаем, что будет в Новом году. И практически все пророчества, все предсказания, все планы, они ограничились 2012 годом. Мы не знаем, что будет потом. Но мы должны знать главное, какими мы должны быть в наступившем году. Все мы интуитивно понимаем, что завершается определенный цикл. Закрывается определенный этап. Мы оставляем в прошлом наши взгляды, наши отношения к миру, наши проблемы. И все интуитивно чувствуют, что в новом году и в последующие годы у нас должно быть новое мировоззрение, новая жизнь, новое восприятие мира. Это чувствуют все, и сама природа, и окружающий мир дают об этом знать. В том состоянии, в котором мы сейчас пребываем, мы дальше пребывать не можем. Это конец всей цивилизации. К Новому году обычно всем желают счастья. И под счастьем практически все подразумевают что? Благополучие, изобилие, дача, машина, квартира, близкие люди. И мы хотим быть счастливыми, мы хотим больше иметь здоровье, мы хотим, чтобы исполнялись наши желания. Мы хотим, чтобы радовалось наше сознание, наша душа. Но попробуем задуматься глубже о том, что такое счастье. У нас есть дача, машина, квартира, работа хорошая, у нас есть близкие люди, и мы счастливы. Почему? Потому что мы любим близких людей. Мы любим свою успешную работу. Мы любим стабильность и благополучие. Мы любим свою дачу, машину, квартиру. И чем больше мы любим, тем больше мы отдаем энергии, тепла. И это делает нас счастливыми. То есть на самом деле не дача, машина, квартира делают нас счастливыми. И даже не близкие люди. А то, что мы их любим. Вот человеку можно дать все, но если он это не любит, он счастливым не будет. Поэтому истинное счастье не в обладании в чем-то, а в умении любить что-то. Так вот, когда мы имеем те блага, которые нам дает судьба, когда мы наслаждаемся тем, что получаем, это только часть счастья. Потому что мы все прекрасно знаем, что мы в конечном счете расстанемся с близкими людьми, мы потеряем дачу, машину и квартиру, и в конечном счете мы потеряем жизнь и все, чем мы здесь обладали. И мы это все прекрасно знаем. И когда для нас главная составляющая – это обладание, это получение, то мы уже несчастны, потому что мы прекрасно подразумеваем внутри, что это все будет потеряно. И таким образом наше счастье превращается в муку, в ожидание потери. И только тогда, когда мы понимаем, что истинное счастье – это не обладание, а любовь к окружающему миру, к тому, что мы имеем, тогда мы понимаем, что это чувство любви может жить не только тогда, когда мы получаем, но и когда мы теряем. Потому что потери и приобретения неизбежны, они едины в конечном счете. И вот когда мы сохраняем любовь не только при получении, но и при потере, вот это и есть истинное счастье. Вот чем больше у нас возможность любить, чем совершеннее мы в любви, тем больше наша душа наполняется счастьем. И когда человек умеет любить, он любит и тогда, когда получает, и когда теряет, потому что понимает, что наша жизнь – это спектакль. Наша жизнь в какой-то степени иллюзорна. Мы любим то, что приходит и уходит. Поэтому в конечном счете нужно любить жить и любить жизнь во всех ее проявлениях. И в страданиях, и в радости, и в приобретениях, и в потерях. И вот это есть истинное счастье, которым мы должны обладать. Истинное счастье, которым в настоящее время обладает не каждый. Поэтому я хотел бы пожелать в следующем году истинного счастья всем, кто может к нему устремиться. Чувство любви, которое непрерывно в душе. Что еще очень важно?
Я всегда замечал, что перед главной энергией начинает реализовываться до самого события. То есть наше внутреннее состояние предопределяет то, что с нами произойдет. Как сейчас говорят ученые, психические процессы предваряют процессы физические. Значит, с нами происходит то, что мы испытываем перед самим событием. Главная энергия по реализации события начинает реализовываться до того, как оно произошло. Поэтому то, как мы чувствуем себя сейчас, то, как мы воспринимаем мир перед Новым годом, то, насколько гармонична наша душа сейчас, и определит то, каким будет у нас следующий год. Потому что в подсознании каждого из нас, в душе каждого из нас есть определенная поворотная точка. Новый год, и, сказать, этот Новый год как бы определяет весь след, последующий год. Так вот, сейчас очень важно, как мы эту неделю пройдем, как мы будем воспринимать окружающий мир, насколько мы сумеем сохранять любовь каждую секунду, насколько мы будем ощущать присутствие Божественной воли во всем. Ведь насколько мы ощущаем как реальность Божественную волю, настолько мы ощущаем иллюзорность этого мира и перестаем от него зависеть. Поэтому очень важно понимать, что мы должны все быть счастливыми. Но это счастье в ощущении единства с Богом, в наполнении души любовью, в умении любить весь мир со всеми его достоинствами и несовершенствами, умение любить любого человека со всеми его плюсами и минусами. Если говорить об этом, об этом годе, который уже проходит, то он был преддверием. Мы все внутренне переживали, где-то многие боялись, все понимали, что какой-то цикл завершается. У кого-то в душе был страх, у кого-то в душе было уныние, у кого-то сожаление, у кого-то было понимание того, что возможная потеря должна подталкивать к Богу и к любви. И эти в конечном счете выигрывали. И сказать, то, что нам природа, окружающий мир посылает определенные знаки в том, что мы должны измениться, это уже несомненно, это видно невооруженным глазом. То, что я говорил 15 лет назад и воспринималось как милая шутка, сейчас стало реальностью. И все понимают, да, мир другой, мир меняется, должны меняться мы. И очень важное, о чем я все время всегда повторяю, то, какие мы внутри, такие то, что с нами происходит снаружи. То, какие мы глубоко внутри, то с нами произойдет завтра и послезавтра. Поэтому очень важно заботиться о своей душе сейчас, с особенной силой. Поэтому, сказать, видя эту ситуацию, я сейчас стараюсь сделать максимально доступную мою информацию. В этом году открылся интернет-магазин. Мы проводим онлайн-семинары, сказать, семинар новогодний, на который, правда, билетов нет. Но, сказать, мы сделаем онлайн-трансляцию, чтобы как можно больше людей смогло посмотреть и прикоснуться к атмосфере, реальной рабочей атмосфере, и попытаться что-то изменить в себе. Я сейчас постараюсь максимально упростить информацию, сделать ее максимально доступной, потому что я считаю, она очень нужна, ибо без внутренних изменений реально выжить в ближайшее десятилетие будет весьма сложно. А внутренние изменения невозможны, если наша душа не наполняется любовью. Без любви изменения превращаются в разрушение. Поэтому умение любить, умение видеть Божественную волю во всем, умение быть щедрым, умение преодолевать свою привязанность к миру – это те качества, которые необходимы каждому из нас. И что хочу сказать, что я с большой радостью вижу, как меняются люди. Я часто говорил о том, что в Питере достаточно эгоистично люди себя ведут, кладут сумки, воюют за места, не всегда улыбаются, здороваются. В последнее время все кардинально поменялось. Там, где я провожу семинары, люди стали мягче, добрее, внимательнее, сказать, улыбаются, здороваются. Это видно невооруженным глазом. Что интересно, многие люди присылают пожертвования за скачанные семинары. А потом я заметил, что просто что-то пишут доброе от себя и, сказать, посылают деньги, потому что они считают, что они должны какую-то жертву принести. Вот это ощущение того, что люди меняются, оно становится уже реальным. Есть, конечно, люди с еще недоразвитой совестью, для которых эгоизм на первом месте, но все равно этот процесс идет, я замечаю, как люди начинают меняться.
это, так сказать, не только по, скажем, по внешним материальным признакам, о которых я сказал, это чувствуется внутри. Внутри как-то больше стало свободы. Именно любовь дает свободу. Она дает независимость от этого мира, от привязанности, от инстинктов. И тогда человек, когда он свободен и менее зависим, он тогда становится добродушнее, он становится заботливее, он становится щедрее, потому что когда избыток любви в душе, избыток энергии, то главное счастье как отдать, главная проблема как отдать, а не как получить. Этот процесс, он идет, и в последнее время я его замечаю все сильнее. И я очень благодарен тем, кто меняется в лучшую сторону, тем, кто помогает мне, и за информацию, которую присылает, за интересные ссылки, и за все виды помощи я выражаю огромную благодарность всем. И я очень рад тому, что этот процесс набирает обороты. Я сам стараюсь меняться также в этом плане. Я также учусь у всех тех, кто со мной общается. И также вижу в себе определенные положительные изменения. Поэтому я хочу поздравить всех и в какой-то степени и себя с тем, что начинается у нас новый этап, начинается Новый год. И мы должны быть готовы к тому, чтобы в этом следующем году мы стали мягче, добрее, независимые от инстинктов окружающего мира, чтобы мы стали более любящими, и чтобы мы ощутили наше истинное «Я» Божественное как высшую реальность. Мы должны ощутить свое Божественное «Я» как первое, а второе свое человеческое «Я» со всеми инстинктами, привязанностями и проблемами, как что-то второе, как ребенка, о котором мы должны заботиться. Истинное наше «Я» Божественное. Мы есть любовь. Мы должны это почувствовать и пронести это дальше. Поэтому я желаю вам в этом году, наступающем, любви, любви, которая сделает вашу душу счастливой, и, соответственно, сказать, чистым и здоровым ваше сознание, здоровым телом. Я желаю вам исполнения желаний, которые помогают увеличить чувство любви. Я желаю вам непрерывного ощущения божественного видения, ощущения божественной воли. Я желаю вам и вашим детям истинного счастья для души, когда в нее приходит чувство любви и видение божественного во всем и в себе в первую очередь. Я надеюсь, что мои пожелания сбудутся. С наступающим всех Новым годом! Ну и, как обычно говорят, здоровье, счастье, исполнение желаний. Счастье, в первую очередь, для души, исполнение желаний для души, здоровье душевного, а все остальное приложится. Спасибо. До встречи.